Голосование запустят 25 января на сайте администрации города. Итоги станут известны через 2 недели. В прошлом году по программе «Комфортная городская среда» были модернизированы Нагорный парк, Площадь Мира, Ленинградская аллея, улица Молодежная, аллея Целинников, сквер Химиков и адмирала Кузнецова. Ориентировочно для того, чтобы выполнить качественное, грамотное благоустройство, мы так для себя и горожанам предлагаем выбрать 3 территории. Основные работы должны провести до конца года. Объем финансирования пока неизвестен, но город рассчитывает на 105 миллионов рублей. Также в этом году в Барнауле благоустроят более 100 дворов. Они попали в список проекта комфортной городской среды. Заявки подавали сами жильцы. Больше половины территорий требуют дополнительных работ. Это значит, что помимо основных – асфальтирования проездов, установки освещения, урны, скамеек – мастера оборудуют парковки и детские площадки. А эти работы по доп. Перечню, они подлежат софинансированию собственниками. Жители будут софинансировать 40% от дополнительного перечня. Добавим, что в этом году список дворов увеличился почти вдвое. На обустройство власти планируют потратить около 200 миллионов рублей. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. Наши новости.